Начнем с того, что метро в Днепропетровске начали строить с 1982 года по постановлению Кабинета министров СССР. Было принято решение и началось проектирование, потом дальнейшее строительство Днепропетровского метрополитена. В 1995 году введено в эксплуатацию 6 станций Днепропетровского метрополитена. Это первый пусковой участок первой линии Днепропетровского метрополитена. С 1995 года по сейчас за 20 лет, к сожалению, на сегодняшний день не построено ни одного километра станции. Линия проходит, к сожалению, в промышленной части города. На тот момент, когда был расчет проекта, значит, предприятия нашего города работали, конечно, в больших объемах. Людей было, естественно, работников этих предприятий больше. Но, к сожалению, сейчас вот эти вот промежуток станция заводская, станция метростроителей, металлургов, естественно, они не несут той нагрузки, которую бы они могли нести. Thank you.
Заводська. Вихід до залізничної платформи 184 кілометр. Заводу «Дніпроважмаш». Метрополитен глубоко нерентабельный. Проезд в метрополитене стоит 2 гривны, а производственная себестоимость проезда 8 гривен 64 копейки. В 1995 году метрополитен сдавался без систем телеуправления, без системы автоматизации. Но задача была поставлена быстрее сдать. И на сегодняшний день, допустим, система управления работой станции, так называемый СУПСТ, просто-напросто он есть в высеченном объеме. То, что мы получаем от города, регулировка, так называемая регулировка тарифа, это по закону о городском электрическом транспорте, это всего лишь 40% от того, что нам необходимо. Выживание действующей линии, которая на сегодняшний день состоит из 6 станций, это, естественно, продолжение строительства. Развитие метрополитена получило в 2012 году, когда были подписаны договора с Европейским банком реконструкции и развития и с Европейским инвестиционным банком. И было принято решение о выделении кредитов 304 миллиона евро на строительство 3 станций. Станция театральная, станция центральная, станция музейная. Ну, процесс идет, и я думаю, что все-таки в этом году мы начали уже первые шаги именно по строительству нашего метрополитена. В 1995 году работало 1200 человек, но в связи с тем, что мы, конечно, вынуждены экономить, то сейчас коллектив у нас работающих людей фактически 770 человек. Понимаете, это уже своеобразная традиция. У нас работают семьи, уже полные династии, значит, здесь получается, и родители, и своих детей приводят.
Это есть костяк. Это те люди, это профессионалы высочайшего уровня. Понимаете? И на них, можно сказать, держится все производство. Закончил железнодорожный техникум. По распределению попал в Нижнепровскузел. Здесь предложили те же деньги. Очередь на квартиру. То есть я ничего не терял, но намного ближе. 2 часа добираться до той работы и 10 минут до этой. Одни люди рождаются домоседами, а я бродяга. Чем больше движения, тем лучше. Такого мы не ожидали, просто никто из нас не ожидал. Мы думали, что через 20 лет тут уже будет 3 ветки метро. Аккуратно двери открываем. И что вам сказать, поменяется ли это? За 20 лет ничего не изменилось. Когда это поменяется? Thank you.
есть комфорт понятие, есть время следования в вагонах в метрополитене, и есть удобство просто-напросто. Это, ну, эти вещи, они, так сказать, все дополняют друг друга. Ну, а романтика, наверное, присутствует, конечно, в истории.